Это аккумуляторный шпиль КРС DeWalt DCS350. Он режет шпильки от М6 до М12, не повреждая резьбу. Вот так вот это происходит. Шкусь, поднимаем упавшую. Вот оно. Вот их у нас тут какое-то количество уже есть нарезанных. И теперь посмотрим, насколько же хватит заряда батареи. Батарея, сам он 18-вольтовый, у нас сейчас стоит батарея FlexVolt. Соответственно, у нас 6 ампер-часов получается емкость при таком напряжении. Много. Хватит ли нам 3-метровых шпилек, мы не знаем. Ну, посмотрим. Надо, наверное, положить какой-нибудь брусочек, чтобы у нас тут не улетало все так активно. Работает? Мы молодцы. Мы догадались. Так, экономнее режем. Экономнее.